Друзья, всем привет, с вами Сергей. Совсем недавно была большая распродажа в китайских интернет-магазинах, и я для своей мастерской тоже приобрел несколько полезных приспособлений. Сегодня уже пришли первые посылки, есть интересные экземпляры, и хотелось бы поделиться с вами, возможно, кому-то будет интересно. Ссылочки на весь товар я оставлю внизу под описанием, ну а мы начинаем. Итак, первая посылка – это вот такой вот автоматический заклепочник для шуруповерта. Давно уже планировал приобрести, а здесь как раз хорошие скидочки были, и приобрел. В комплекте идет сама насадка, ручка. В ручке также имеется три запасных губки зажимные. Я их снова установлю в ручку. Ключ с различными насадками под различный диаметр заклепок. Инструкция. И небольшой комплект заклепок четверки. Ну и давайте соберем. Собирается довольно-таки легко. Берем ручку и помещаем на наше приспособление. Затягиваем. Все, устанавливаем шуруповерт и можно пользоваться. Так, ставим нашу насадку, затягиваем. Я выставил первую скорость. Устанавливаем заклепку. Реверс включаем по часовой стрелке. И нажимаем на курок. 2 секунды, и мы заклепали. Включаем реверс в другую сторону. И достаем заклепку. Также есть здесь защита, так называемая, для дураков. Его невозможно сорвать. То есть, если мы будем постоянно жать на курок, он не сломается. Также и в обратную сторону. Ну и давайте теперь попробуем заклепочник в деле на трубе. Друзья, как видим, заклепка происходит качественно. За считанные секунды мы заклепали 3 заклепки. Вторая посылочка пришла вот в такой коробочке. В ней, как видим, идет вот такой кейс для обжимания проводов. И здесь у нас находятся сами клещи. Вот как они выглядят. Набор тоже достаточно большой. Идет маркировка, то есть есть большие, маленькие. Для моей мастерской этого будет вполне достаточно. Я думаю, на очень на долгое время мне их хватит. Ну и давайте сейчас попробуем в работе, как все это работает. Итак, зачистил провод. Теперь подберем подходящие гильзы. Берем вот эти. И одеваем их на провод. Теперь берем наш обжимной пистолет и нажимаем. И вот что у нас получилось в итоге. Провод обжат первоклассно. Вот такие вот клещи. Ссылочку на них оставлю внизу под описанием. Так, ну и последняя посылочка. Не хотел распаковывать, показать, в каком состоянии пришла посылка.
Но весь товар внутри оказался целым, невредимым. Итак, что же здесь находится? Сверху мы видим комплект вот такой ленты. И вот сама приспособа. Сейчас мы достанем. Как вы уже догадались, это такой небольшой мини-гриндер для УШМ. В пакете идет комплект лент. Они различной зернистости. От самой мелкой до самой крупной. Для начала этого, думаю, вполне будет достаточно. Ведомый ролик. Ну и давайте поближе рассмотрим наш мини-гриндер. Сделаем кое-какие замеры. А диаметр роликов 23 миллиметра. А толщина вот этого столика у нас получается 3 миллиметра. Толщина вот этого столика у нас получается 4 миллиметра. Толщина самой станины тоже 4 миллиметра. Вот эта тяга регулировки ленты 10 миллиметров. Так, что нам нужно еще измерить? Давайте диаметр измерим. Но здесь уже винт немножко подтянутый. Сейчас посмотрим, сколько здесь. 42 миллиметра. Ну и толщина основания 4 миллиметра. Также находятся два отверстия, чтобы крепить наш мини-гриндер к столешнице. Регулировка ленты производится вот этим винтом. Винт ослабляем, ролик опускается. Закручиваем, ролик поднимается. Ну и давайте попробуем, устанавливаем УШМ и попробуем в работе. УШМ я взял с регулировкой оборотов. Думаю, это самый оптимальный вариант. Итак, как видим, все встало довольно-таки ровно. И затягиваем наш винт. Итак, поставил ведущий ролик. Здесь стоит сказать, что при заказе этого гриндера нужно указать, какая резьба на ролике вам нужна. Потому что у них бывает два вида резьбы. Либо М10, либо М14. В нашем случае нужна резьба М14. Ну и давайте попробуем оденем ленту. Ленту взял крупную, 60-ю. Ну и давайте установим. Да, сразу хочу сказать, что пружина очень тугая. Все, установил. И сейчас сделаем пробный запуск. Нужно будет регулировать винтом положение ленты. Как видим, лента уходит. Все работает. На первое время закрепил струбциной наш мини-гриндер. Затем уже, когда определюсь с местом, прикручу его на винты. И сейчас попробуем, поработаем с деревом. Как видим, с деревом справился на ура. Оборот выставлял почти самые минимальные. Есть у меня гвоздь, давайте попробуем еще поточим гвоздь.
Как видим, с металлом тоже справляется. Для мелких работ будет, думаю, самое то. Как видим, с металлом тоже справляется на ура. Для мелких работ гриндер будет незаменимым помощником. Друзья, вот такая небольшая подборочка сегодня получилась. Я думаю, для многих будет данный инструмент полезен. Мне больше всего понравился вот этот мини-гриндер. Он очень компактный, удобный. Единственное, я бы, конечно, рекомендовал использовать его с UCM, на которой есть регулировка оборотов. Также есть дополнительные ленты. Даже вот этих в комплекте, я думаю, хватит на очень долгое время. Но также можно и по отдельности купить данные ленты различной зернистости. Также удобен вот этот автоматический заклепочник для шуруповерта. Особенно если вы много клепаете, он будет незаменимым помощником. Ну и также понравились вот эти обжимные клещи для проводов. Работать теперь стал намного-намного удобнее и быстрее. Да, я не часто работаю с электрикой в мастерской, но все равно теперь эти задачи будут выполняться в разы быстрее. Ссылочки на весь товар я оставлю внизу под описанием. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!